В центре «Эрмитаж», Казань, музей заповедника «Казанский Кремль» презентовали каталог выставочного проекта «Это сам Потемкин» при участии научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. Мы стали открытием этой выставки, потому что мало кто знал о том, что сохранилась почти полностью вся библиотека Потемкина, и что она действительно, как и он хотел, стала основой университетского собрания, но в Казани. В Государственном Эрмитаже в декабре 2019 года впервые была представлена выставка, посвященная князю Григорию Потемкину. В фонде библиотеки Казанского университета хранится 44 раритета из собрания князя, и они включены в каталог выставки. Мы будем представлять вот эти два тома каталога, которые я держу в руках, где два больших раздела посвящены собранию, которое находится у нас. Это именно книжное собрание и гравированное собрание. Куратор выставки Наталья Бахарева, представитель Государственного Эрмитажа, рассказала об открытии выставки в Петербурге и выразила благодарность библиотеке Казанского университета за предоставленные экспонаты. Диана Желенкова, Валерия Кожевникова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.